На ледовой переправе в Колпашеве повысился тоннаж. Речь идет о полосе для движения грузового транспорта. С 10 января по ней разрешено передвигаться автотранспортным средством с максимальной массой не более 20 тонн. Ранее здесь был установлен знак, который ограничивал движение автомобилей свыше 12 тонн. Напомним, движение тяжелой техники по грузовой полосе осуществляется в реверсивном режиме. Тоннаж на полосах для движения легкового транспорта на ледовой переправе Колпашево-Левый берег остался прежним – 10 тонн. Также остался прежним тоннаж на автозимнике Тогур-Север, Дальняя Куржина-Копыловка. Там разрешен проезд транспорта массой не более 10 тонн. Грузоподъемность ледовой переправы через Кеть в районе микрорайона Рейд также осталась без изменения и составляет не более 15 тонн. Добавим, актуальная информация о действующих региональных автозимниках и переправах размещается на сайте Томск-Автодора. Напомним, выезд на лед автомобилей с большей массой, чем предусматривает разрешающий знак, опасен для жизни и здоровья водителей и пассажиров. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность.